Ведущее место в промышленном комплексе Бобруйска занимает открытое акционерное общество «Белшина». Эта торговая марка широко известна во всем мире. Белорусские шины экспортируются в страны Азии, Америки, Африки и Европы. Потому именно на базе этого предприятия собрались участники конференции во второй день. Главная задача научно-практической конференции – это совместить науку с практикой. То есть у нас предусмотрены как теоретические какие-то мероприятия, познавательные и так далее, так и практические мероприятия, посещение предприятий и так далее. Задача этой конференции – создать площадку, где люди познакомятся, обменяются мнениями, знаниями какими-то и, естественно, установят кооперационные связи. Среди иностранных представителей – люди, которые занимаются наукой и внедряют свои знания в производство, те, кто изготавливают оборудование, а также потребители знаний и техники из Индии, Польши, Литвы, Турции, Китая, Японии, Германии и не только. Мне было очень приятно в рамках конференции посетить Могилев. Раньше я бывал только в Минске, причем не раз. Вчера было озвучено много интересных докладов и презентаций, в том числе и моя. Я надеюсь, что мои услуги смогут быть востребованы в сфере промышленного консалтинга белорусскими предприятиями в том числе. Среди организаторов – Белорусско-Российский университет, Свободная экономическая зона Могилев, а также Институт технологий и металлов. Уже первый день научно-практической конференции принес свои плоды. Мы познакомились с рядом зарубежных потенциальных партнеров. Это научные круги Египта, представленные Центральным металлургическим институтом Египта, город Каир. Проведены переговоры по направлениям сотрудничества, и мы уже договорились о дальнейших встречах с руководством данного института. Во время экскурсии по промгиганту зарубежные гости воочию увидели, как производят обувь для легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, большегрузных самосвалов и других машин. А это свыше 350 типов размеров. Приехали примерно сегодня в Белшина, там чтобы огромный завод, там чтобы очень понравилась эта поездка. Но я знаю, чтобы в России, Беларуси, СНГ это известный очень огромный завод, чтобы вот везде там его шины поставляют. Основа промышленности города – это порядка 40 крупных и средних предприятий. За 9 месяцев этого года объемы производства составили более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом порядка половины продукции под лейблом «Made in Бобруйск» поставляется на экспорт только за полгода. На внешние рынки отгружено товары на сумму более 530 миллионов рублей. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.